Араку, Георгий, прошу любить и жаловать. Итак, четвертая битва 1/8 плей-офф. На этот раз это Хорватия и Дания. Что же выберет Георгий? Георгий, у вас есть желание что-то выбрать? Видимо, основное время закончится ничью. Что же будет в дополнительном? Георгий, Хорватия, Дания. Это очень ответственно. Над вами смеялись, когда вы выбрали Южную Корею. Но теперь плачет вся Германия. Да. Итак, он выбрал. Вы видите, что он выбрал. Он выбрал Хорватию. Может, так оно и будет. Потому что когда-то кто-то смеялся по поводу выбора Южной Кореи в отношении Германии. Но теперь плачет вся большая Германия. И команда, и Лев, и немецкие болельщики. Да, Георгий? Да, говорит Георгий.